Приветствую вас, господа! Сегодня я хочу вас пригласить и рассказать о новом проекте. Проекте «Бомба». Почему я говорю, что этот проект «Бомба»? Здесь зарабатывают все, и здесь не надо ни за что платить, и здесь полная 100% гарантия. Я объясню это попозже. Хотя наш бизнес, наш проект построен на платформе сетевого бизнеса, если вы даже никого не приведете, вы все равно начинаете зарабатывать. Если вас это интересует, пожалуйста, устройтесь поудобнее, отключитесь на минут 30 от внешнего мира и просто внимательно послушайте и сами решите, хороший этот проект для вас или нет, интересно вам это или нет. Господа, меня зовут Майкл Лившиц, я живу в Филадельфии, я родом из Риги и уехал из Риги еще в 1979 году. В сетевой маркетинг я попал в августе 1980 года, то есть уже 40 лет я работаю в сетевом бизнесе. Я видел все, подъемы, падения, прошел все, подъемы и падения. Но я вам скажу честно, я никогда в жизни, это первый раз, я никогда не видел такой проект с такими возможностями, где есть 100% заработок и 100% гарантия. Punk Panda – это называется наше приложение к телефону, в чем и заключается весь наш бизнес, появился на рынке в 2020 году. И они начали потихонечку расти, и, в принципе, о них никто не знал, и даже я об этом не знал. И в 2021 году они обратились в компанию ITC Global, компанию, где CEO компании, его зовут Альберт Муир. Это я его очень хорошо знаю, и мы уже с ним работаем давно. Они просто предложили ему использовать это приложение через нетворк его дистрибьюторов. И когда он обратил внимание на Punk Panda и обратил, какой класс и какая бомба может произойти, и я объясню, почему я так говорю, он согласился, за исключением он им предложил, чтобы мы сделали, чтобы это приложение работало на платформе Smart Contract. И многие из вас, кто связан в криптовалютном мире, знают, что такое Smart Contract. Это гарантия больше, чем, например, многие люди спрашивают, где зарегистрирована компания. Смарт-контракт – это 100%. И теперь получается, что за использование этого продукта, этого приложения, каждый из нас, кто пользуется этим приложением, начинает получать крипто каждые 30 минут. То есть 48 раз в сутки. И все это, господа, бесплатно. А теперь я немножко вам расскажу, кто мы такие. Представьте себе, если бы мессенджеры на вашем телефоне, такие как WhatsApp, Telegram, о которых вы все прекрасно знаете и пользуетесь, платили вам ежедневно только за то, что вы ими пользуетесь. А теперь представьте, что эти ежедневные вознаграждения олицетворяют вашу причастность к успеху компании. Например, Facebook купил WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Сервис по обмену файлов в компании Dropbox оценивается в 10 миллиардов. Программа для ведения конференции Zoom оценивается в 98 миллиардов. А вам когда-нибудь платили за их использование? Да вот Punk Panda – это тоже такое же приложение. Безопасность мессенджеров. Больше людей стало волновать, кто еще может их слышать при использовании подобных приложений. Как часто вы о чем-то говорите, а потом видите это в рекламах внутри ваших приложений? Кому еще доступны ваши переписки, фотография и личная информация? Вы можете быть уверенным, что ваши данные в безопасности и ими никто не управляет. Согласитесь, господа, ведь вы прекрасно знаете,
когда мы пользуемся этими приложениями, как WhatsApp, как Zoom, как Telegram, нас ведь слушают и подслушивают разные силовые структуры и компании, которые продают нашу информацию. Представляем PangPanda, самый безопасный в мире мессенджер, который платит вам за его использование и распространение. Это совершенно бесплатно и вознаграждает вас несколько раз в день, то есть 48 раз в сутки. Протоколы, шифрованные военного уровня, защищают вашу личную конфиденциальность и содержат ваши данные в безопасности. Чем больше вы пользуетесь и делитесь им, этим приложением, тем больше токенов от компании вы зарабатываете. Господа, это бомба! Заработай PangPanda токены. Как нам платят? Смарт-контракт платит каждые 30 минут за использование приложением, за то, что вы делитесь этим приложением с другими людьми, и за то, что вы собираете токены и держите в кошельке внутри этого приложения. За это все вам платят токены. Короче говоря, пользуйтесь и делитесь. Вы можете пригласить сколько хотите людей, а нету никаких ограничений, они попадают вам на ваш первый уровень. Всех, кого приглашают они, попадают вам на второй уровень, и вам будут платить 12 уровней, в зависимости, сколько эти люди пользуются этим приложением. Господа, это бомба! PangPanda токен. Максимальное предложение, максимальное количество токенов будет существовать 275 миллионов. Обозначение токена PPM. Начался токен, он начался где-то буквально 3-4 недели, может быть, назад. Он стоил 10 центов. На сегодняшний день он уже стоит, через 4 недели он уже поднялся 40 центов. И как только цена дойдет до 1 доллара, будет выставлена будет выставлена на блокчейн. Я об этом поговорю немножко больше. Будет первый листинг. Зарабатывайте наши токены со своего телефона. График поставки этого токена 15 лет. Это, в принципе, и такого же системы, как биткоин. Просто здесь не нужно столько энергии для того, чтобы его добывать. То есть первые 2 года будет добыто определенное количество, и мы поговорим об этом позже. Через 4 года это меняется, и через 8 лет это меняется. Но все 275 миллионов токенов будет добыто за 15 лет. То есть наш бизнес, гарантированная работа, 15 лет. Распределение токен. Как я уже сказал, общая поставка 275 миллионов. Предварительно уже были добыты 65 миллионов токенов, и следующие 15 лет будут майнуться 210 миллионов. Первые токены используются в оплате нам, партнерам, будут делаться airdrop'ы и награды за обмен использования PangPanda. График. Как это все будет происходить в следующие 15 лет? Значит, первый год, 4 фразы. Первый год, второй год, четвертый год и через 8 лет. Первый год будет добываться в каждом блоке 2100 токенов каждые 30 минут. И 50% этих токенов, то есть 1050 токенов каждые 30 минут будет делиться между PandaPals. PandaPals, это имеется в виду нас, партнеров. Каждые 30 минут 1050 токенов будет делиться между всеми людьми в компании, которая растет каждый день, будет делиться между всеми теми партнерами, которые пользуются этим приложением. 23% от 2100, то есть 485 токенов, будет делиться между всеми партнерами, которые держат
свои токены в своих кошельках, то есть не выводят и не продают. 250 токенов, то есть 12%, будет делиться между людьми, которые имеют токены на нашей ферме. У нас также есть панда ферма, где вы можете зайти и тоже держать эти токены. И будет делиться 250 токенов каждые 30 минут. И 15% идет на развитие компании. Просто откройте свой кошелек, то есть откройте, установите приложение на свой телефон, которое бесплатное, без какого-то риска, и только за то, что вы будете пользоваться этим приложением, каждые 30 минут вы будете получать определенный процент наших токенов. Ценность больших данных в PunkPanda. А здесь просто показывается пример, потому что вы никогда не знаете, что будет завтра. Вы можете изучить прошлое и благодаря этому прийти к какому-то знаменателю, что будет завтра, потому что об этом не знает никто. Например, Zoom, Viber, Dropbox, WhatsApp – это такие же компании, как мы. Они сегодня намного больше, но они начинали то же самое, как начинает PunkPanda. И в основном оценка этих компаний за 4 года дошла до 18 миллиардов долларов. В течение первого года у них у всех уже было 1 000 000 подписчиков. Эти услуги в основном бесплатные, с некоторыми ограничениями. В каждой из этих компаний ты можешь платить за услуги, но это уже будет на высшем уровне. И у нас будет то же самое. Но клиенты не получают ничего за это. А у нас вы будете получать крипто каждые 30 минут. Вот это разница между нами и ими. Как вы думаете, у нас будет такой же успех, как у них? Конечно, будет. Наша цель, дойти, чтобы наша компания стоила 50 миллиардов долларов. Zoom уже оценивается в 98 миллиардов. Viber оценивается в 24 миллиарда. Dropbox оценивается 22 миллиарда. И WhatsApp был продан в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Господа, обратите внимание, что мы делаем то же самое. За исключением от них, мы еще за это получаем крипту, а там никто ничего не получает. И ихняя информация просвечивается. У нас ее своровать никто не может. PunkPanda токен. Этот токен поддерживается продуктами Panda. Наши продукты зашифрованные. Никто своровать ничего не может. У нас цифровой криптокошелек. У нас будут видеоигры. У нас будет торговая площадка NFT. У нас будет кредитование DeFi. И разные гифки и стикеры с пандами. Все это у нас будет. Мы только, господа, запустились на платформе бета 15 ноября 2021 года. У нас все только-только начинается. Наши продукты. Panda Application, как я уже говорил, она работает, в принципе, и так же самое, как WhatsApp. Конечно, у нас есть еще глюки, и это все будет устраняться. Все эти перечисленные компании, они все, у них у всех были большие проблемы первые 2 года за счет подписывания такое большое количество людей, начинает обнаруживаться много глюков. И то же самое происходит у нас. И то же самое наша компания, наш суппорт, все это потихоньку устраневает. И у нас происходит апдейт почти каждый день. И все становится только лучше, лучше и лучше. У нас зашифрованный обмен мгновенного сообщения, зашифрованные голосовые и видеозвонки, зашифрованные передачи файлов. Panda Pro. Обновление подписки, включающие все функции. Но эти функции будут немного лучше. Это говорит о том, что если человеку понравилось, например, как в Zoom. Вы в Zoom вы можете пользоваться функцией и устраивать людям конференции бесплатно на всего лишь 40 минут. А если вы хотите делать больше, вы за это должны платить. Здесь тоже будут такие функции. За исключением они не будут стоить, как, например,
в Zoom это стоит, первая платная функция $15, здесь это будет стоить 4, 5, $6. Эти функции не обязательны, это только для тех людей, которые хотят работать с них и использовать эти функции для своих бизнесов. Но нас, с этого нам тоже будут платить. PandaPost. Короче говоря, все эти функции, о которых я вам только что рассказывал, они все будут, это будет как VIP для тех людей, которые еще начнут за это платить. Но я хочу повторить еще раз, господа, что это не обязательно. Вы можете подключить эту программу, так же, как у вас делается с WhatsApp, и работать с ней бесплатно, и вы все равно будете получать за это крипту каждые 30 минут. Техническое обслуживание, PandaMeet, у нас будет одноранговое сквозное шифрование. Когда у вас будет платная возможность, в принципе, что это делается, вы можете послать человеку информацию, и даже если он ее получил, он не сможет ее прочитать только до того момента, пока вы сами ему это не откроете. И вы в любой момент можете убрать эту информацию не только со своего приложения, но и с его приложения. Поэтому функции у нас будут обалденные. PandaMeet – это тоже такого же типа, как Zoom. PandaVault, короче говоря, опять-таки я просто повторяю эту всю информацию, все это будет засекречено, и вы сможете держать крипто у себя в кошельке на своем приложении. Знакомство с мировыми трендами и криптовалюты и игр. Panda Profit, Panda Play. Безопасный цифровой кошелек, децентрализованные финансы, позволяет одалживать вашу крипто. Вы можете получать впечатляющую прибыль и проценты от наших пулов ликвидности и дефектной фермы. Получать прибыль от размещения своих панда токенов. Господа, у нас еще будет столько, что если бы вы бы все узнали, спать бы вы бы уже не смогли. Поэтому я и называю панк панда приложение это бомба. PandaPlay. А PandaPlay они пытаются запустить до конца декабря 2021 года. Во всяком случае, это будет запущено в начале следующего года. Это будет торговая площадка PandaPlay NFT. Позволит пользователям покупать и продавать внутриигровые цифровые предметы. Мировой рынок NFT, чтобы вы знали, вырос только в Америке в первой половине 2021 года на $2.5 миллиарда. Вся индустрия мировая онлайн игры в 2020 году была оценена в $130 миллиардов. Можете себе представить? У нас вы сможете играть, у нас будет много игр, все это придет в 2022 году, но на нашем приложении, чем больше люди играют в эти игры, игры будут и платные, и бесплатные, и за это вы тоже будете получать наши токены, то есть нашу крипту. Стратегия привлечения пользователей. WhatsApp был создан в феврале 2009 года. Для чего они вам об этом говорят? Чтобы вы сравнивали. Потому что мы делаем то же самое, что делает WhatsApp, и будем делать еще больше. За исключением WhatsApp, там за вам за это не платят, и вашу информацию могут прослушивать другие компании. В феврале 2014 года было зарегистрировано более 400 миллионов пользователей. То есть за 5 лет на WhatsApp прибавилось 400 миллионов людей по всему миру. И это бесплатно. А нам за это платят. В 2014 году это было, WhatsApp был продан Facebook за $19 миллиардов. А мы предлагаем шифрование. Это уже большой плюс. Плюс. WhatsApp этого не предлагает. Сейчас WhatsApp используется в 100 странах. 2,5 миллиарда человек пользуются WhatsApp. В 2020 году выручка этой компании составила $5 миллиардов. А чем мы хуже их? Мы только лучше. Подумайте об этом, господа, и сравните.
Есть такая компания, называется PI Network. Она была создана в марте 2019 года. Прислушайтесь к этой информации и попробуйте сравнить с PanPanda. Пользователям просто дала возможность скачать бесплатно это приложение на свой телефон. И благодаря этому они получают возможность ежедневно добывать PI крипто, крипто этой компании, на свой телефон. У них нету там никакого, никаких программ, ничего нету, никаких продуктов. Единственное, что они делают, просто скачивают со своего телефона эту крипту. Эта компания за два года зарегистрировала 25 миллионов пользователей. За два года. У них нету никаких услуг. Мы делаем то же самое. За исключением у нас еще услуги есть. Мы можем разговаривать, пересылать файлы, так далее и тому подобное. Плюс мы за это получаем валюту каждые 30 минут. Так как вы думаете, мы сможем достичь большего, чем достигла эта компания PI? Мы ведь в принципе делаем то же самое. Dropbox. Еще одно приложение такого типа, как мы. Открыто было в 2007 году. Предлагает бесплатную услугу по бизнес-модели с доступными платными подписками. В 2021 году у них уже насчитывалось 700 миллионов пользователей. Господа, 700 миллионов. В основном эта компания бесплатная, но там где-то 2,2% людей платят. Они просто увеличивают возможность, улучшают возможность этого продукта. То есть 15,5 миллион человек из 700 миллионов платят. Ведь кто-то всегда будет платить. Сейчас компания оценивается в 10 миллиардов долларов. В 2020 году средний пользователь потратил 128,5 долларов. Несмотря на все эти выручки, компания в 2021 году выросла на 8%. То есть она зарабатывает 2 миллиарда долларов. Господа, а мы еще получаем бесплатные токены, и у нас больше будет возможностей и программ. PanPanda дорожная карта. Это здесь просто показывают карту, куда мы идем. Как вы видите, предпродажа, которая началась несколько недель назад, где-то 4 недели назад, была 10 центов. И она должна дойти до доллара. Сейчас она уже стоит через где-то 3 или 4 недели, 40 центов. И как только мы дойдем до доллара, мы будем установлены на первом блокчейне, называется Pancake. Почему именно Pancake? Потому что Pancake, это будет наш первый листинг, это самый быстрый блокчейн в мире. И там проходит больше проходит работы, чем на всех блокчейн вместе взятых. Она самая-самая быстрая в мире. И на Pancake это будет наш первый листинг. А после этого мы начнем выставлять листинги на всех других платформах и блокчейнс. Это делается очень осторожно, потому что, чтобы если люди начнут сразу продавать криптовалюту, то цена может ее упасть. Поэтому это не делается сразу. Начинайте, господа, пользоваться PanPanda сегодня. Скачайте бесплатное приложение и начните зарабатывать наши токены. Делитесь этим предложением и получайте еще больше токенов. Сохраните свои токены в нашем кошельке, в нашем приложении и заработайте еще больше токенов. Станьте частью истории, господа. Господа, единственная мне к вам просьба, если вам понравилась эта информация, пожалуйста, поставьте лайки. Если вы захотите стать партнерами, пожалуйста, обратитесь к человеку, который дал вашу эту информацию. Внизу на YouTube вы увидите, я выставлю
у меня есть две группы. Одна на Телеграме и одна группа на Facebook, где я выставляю всю информацию, ролики, ответы на вопросы, все, что вам требуется знать для того, чтобы у вас бизнес был успешный. Я еще хочу, господа, закончить на том, что в ваших руках бомба. Нету никакого риска. Все зарабатывают. Господа, взвесьте просто. Положите на одну руку, если не дай Бог, это все рухнет. А на другую руку, если дай Бог, это все взорвется. Что будет, если оно заработает, и что будет, если не заработает? В худшем случае никто ничего не теряет. В лучшем случае, куда мы идем? Вы заработаете и поменяете всю свою жизнь финансовую и жизнь финансовую своих родных и знакомых и близких в лучшую сторону. Что для этого требуется? Даже если вы не верите, просто скачайте это приложение и следите за информацией. Господа, большое вам спасибо. Добро пожаловать в наш Great Business. Это бомба.